два. Подожди, подожди, стой. Не готов. Раз, подожди. Два. Ну, давай, давай. Раз, два, три. Все, 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 все. Покатился, бедолаж. Чат, поклянитесь на мизинчиках, чат, больше никогда. Друг, тебе 61-й патрон попал в голову. Не хотел бы ты умереть? Я, конечно, не настаиваю. Живой там? Блин, он реально выжил? А почему он без звука от меня убежал куда-то, я не понял. Он, походу, в этих кустах где-то сидит. Справа я бы, наверное, увидел, как он уходит. А от этих кустах я бы не увидел, как он ушел. Я думаю, да, он в них... Я видел, чисто Блэк в нее играли. Блэк, Джек с Дашей. Сидит мышь. Восьмой. А, он уже полутал и просто засел, знаете? Нет, чел, тебе я ничего твоего не оставлю. Я все заберу с собой. Вот, вот этому М-ку я оставлю, молодому человеку. Это ты? Я слева. Убил. Убил. Еще. Не вижу его. Я ухожу. Он ушел к дому. Я оттянулся в сторону... Убил. Отлично. Ты два мьёнера, блядь, что ли? Я пережил их, я не знаю, что... Что ты такое, бля? Страшно было, что писец. Я их пожал. Ну, блядь, пукаешь, ходишь, что-то меня шуршишь-то. Да, это мьёльниры. Один, один твой с теплаком мьёльнир. Ёл твою мать. Здрасте. А здрасте. А что это у нас такое? А, у меня без тепла. Ну, в смысле, блядь? Что за? Что за несправедливость? Не, ну там как раз чатик заказал после этого рейда МК-18, ну... Буянов. Спасибо. Этаж не пойму. Судя по всему, третий. На первом. Да, на первом в туалете.
Давай хаешку там или похирься, я не знаю. Ну что-нибудь. Чел. Ширкнись там хотя бы. Вот тут на мусорке сидит он, я слышал его. Тень, да? Я сначала в тень пострелял, бля. Загрелся, бля, на тень. Убил тень, что? Бой с тенью, получается. Бля, ребята, походу. 303 ключ у него. В глубине леса? Да, в глубине леса я ушел. Куда-то понятно. Там граната в той стороне. Ты там где? Я на насыпи. Ты где, у воды или наоборот? Наоборот, у лесника уже, у дома. Я тогда вдоль воды пройду. Мне подходится, на самом деле. Он кидает, да? Вон он, вон он. Ну он где-то близко, значит, к тебе, на бросок гранаты. Я в канавке, вдоль канавы все чисто. Скорее всего, в кусту где-то. Не слышу. Он стреляет прямо у лесника где-то, на холмике, знаешь? Бегу, бегу, бегу. Все, 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 бегу. Просто рядом, я его слышу прям. Вижу, вижу. Идем? Не пикай. Убил. Я в строю. Выхожу с лесника. Да, тепло. Ну я синхер, блин. Ну, так видеть четко, блин. Такую погоду тут нечего делать. Такую погоду все дома сидят, телевизор смотрят, блин. Эта грена странно летает. На кухне стоял, видели? Вот тут на кухне стоит. Сюда. Это он. Тропа, кстати, как раз, типа дорога, тропа где-то там. А? И рядом слева у нас взрыв был. На кромке такое ощущение. Камни, камни, камни у нас сверху. Минус еще. Даю хая. Я внизу палатки, аккуратно.
Дам на яйцо туда, на тарелку. Проходите. Ох уж эти арбузеры ССУ. Никнейм ССУ? Нет, кокос. ССУ. Вот еще один ССУ. А, вот, слушай, здесь мертвый бот все-таки. СВД. А, двое скала. Обходим через антенну, обходим. Okay. Зная местных американских снайперов, они могут и впятером сидеть на одном камне и целиться вниз куда-нибудь. Аккуратненько. Сидит один, вижу. Вижу левого с СВД, второго не вижу. Не видишь второго? Вижу, второй правее него. Видишь второго? Нет, я вижу только левого. С мосинкой который. Ну у него СКС или СВД. Я вижу правого, давай. Раз. Давай. Два. Подожди, стой. Не готов. Раз, давай, два. Давай. Раз, два, три. Все. Покатился, бедолаг. Две чекумбы. Да? Просто две чекумбы, пришло в тыл, блин, и все. Ребята вообще нормально одеты, кстати. Да, они тут все в четвертом классе. А, нет, пятый класс. Ну, такие пойдет. Для леса это ништяк. Вообще, молодцы. Очень приятно. Опа, блядь. В гараже, где опять... Да, я убил его. Он сидел в гараже, да, все это время? Да. Он там лутал, походу, эту механику, блядь, всякую. Там же видюхи кулеры спавнится. С чем он? С РФБ, что ли? Что это такое? Я не знаю, что это первый патрон. Да, походу, РФБ-ха. Насмотрится, блядь, всяких ютуберов, которые с РФБ бегают. Да, РФБ. Блять, чуть в лобби сейчас не вышел. 16 уровень. Кстати, одет неплохо для 16 уровня. А, я жетон не взял, да? Ладно, пофиг. Еще один должен быть. Надо левее обходить. В голову залетело. Сашка, ёптыч. Шатта левел, кстати, чё балдеть. А, кто-то в однухе, ой, в двухе ходит.
сдох, походу. Вот опять груда коцана, видите? Давайте мне эти свои гранаты. Не стрелять! Вот он тут лежал за столбиком. Какашка, как я и говорил. Биткоин оставил мой, надеюсь. Или карту хотя бы лабовскую. Карту оставил. А биткоин? Биткоин не оставил. Что это за человек прям? Пойдем. Я сначала туда. Нет. Я минус. За стенку умер. Одним попаданием 10 по телу, 90 задефала броня. Чат. Видел? Бля, патронов нету. Наконец-то, блядь, я попал тебе куда-то. Вот. Маленькая пушечка, которая стоит 30 тысяч, блин. Гораздо выгоднее, чем вот это говно 12.7. Чат, поклянитесь на мизинчиках, чат, больше никогда Ш-12 не берем, все, договорились. Прямо вот тут стоит. Просто Черик там настолько испугался пистолета, походу, что решил уйти. Он в комнату забежал, полутал, сейф. И убежал. Потому что по нему стрелял пистолетчик, сами понимаете, это очень опасно. К такому он не был готов. Что, на заводе, чат? На заводе. Встретит пистолетчик. Кошмар. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.